Ну, здорово, продолжаем Ерихон. Так, судя по всему, в Римскую империю попали, говорит. Римляне были цивилизованы? Да. Для своего времени, да. Священники, говорит, официально. Ты, вы хоть костюмы бы сменили, официальные священники. Расскажи нам, говорит, об этом месте. Дату, говорит, уточните. Первое столетие. Ой, ни хрена себе. Кто правит? Нерон, наверное. А, Калигула. О, нихрена себе. Вау, метательные копья у него есть, смотрите-ка. О, блядь. Два раза копьем схавал. Нормально. Ай, говорит. Он с кровью, блин, обмазан. Так, блядь, почините Джонса, чего? Джонсон сдаун. Я знал, что умом не отличается, но... Эккер, ну, блядь, почините. Да, он говорит, у нас Джонс помер, блядь! Мы вам устроим гладиаторские бои. Чё, да там нихера нет, пошли. Ой, блядь, заблудился. Мы вам, блин, устроим гладиаторские бои. Дух огня. Дельгадо, говорит, нужен. Что он сделает? Чё, ты подожжёшь, что ли? А, блядь, он сильный просто. Другие настолько слабые, что просто пипец. Или может Дельгадо за это деньги? Это единственный. Че вы там? Опять эти вылазят, в общем. Да что ты? А. Бэм, все переумирали, говорит. Ой, давай мы всех поднимем. Там что-то много вас идут. Вставай. Копьем. Получай. Блять, задрали. У нас так-то вот этот, сука, усатый медик, у него там какие-то личинки, только он никого не лечит, не хочет. Ну, вот сейчас побежал, да поздно будет. На! Блядь! Сука, уже опять все переумирали. Иди нахер. Побежал на меня тут. Гладиатор. О. Опа! Опять взрываемся. Выстрел. Сука, он щитом. Не вышло. Блять, своего. Давай, вставай, бля. А, еще один, вставай, бля.
у троих. Зря полез вперед. Да уже все равно, блин. Да, и двое мертвых. А нет, один. Музыка такая. Так, все живые. Пошли. Ой, тут автоматическое оружие вообще нахер не нужно. Ну вот кроме этих разве что. Которые эти с пупырышками ходят, сука. Найс! Так, вот с этими как лучше бороться, интересно. Сука, ну точно не так. Давай Дельгадо возьмем. У него огненная ручка есть. Еще раз. Черт, все целы. Да, вроде да. В этот раз не... Да пошел ты, блядь. Ну вот, этому по бубонам стрелять нормально, вот этому автоматическим оружием, и все. Да, блядь. Чё там, где ручонка? О, вот так вот ручонка наоборот. Сзади вылезли. Бубон, блин. Еще попасть надо. О, чё там, CPQR? А нет, Легион 25-й. Фульмината, или как там его? О, знакомый чувак. Здорово. Ну вставай. О. Я, говорит, стою, стою. Не черч ли его мочить надо, интересно? Ой! Блять, я понял. Давай постоим здесь. Хер его знает, чудо. Чего? А че с этой херней надо? Не выжидает. Да я понял. Вот же я стреляю. А. Не попал почему-то. Вот в этот попал.
этот попал. А вот этот не попал. Какой медальон? О, патроны кончились. Нет, этот непробиваемый. Так, чёрт. Где у тебя медальоны? А, блядь, все-таки нужно было запрыгнуть этой дуры. Офигеть. До этого были красненькие медальончики. Все ясно было, понятно. В этот раз что-то какие-то медальончики другие. Завалили, завалили, и дальше куда? А, о. Ой, так, этой дурой не хочу играть. Не получается у меня. Да и этим. Дай пока Джонсом походим. Сука. Росс? Блядь. Что? О. А, блядь, надо в другую сторону. Закололи. Еще одного зарубили. Все, встали. Так, давай обратно. Ой, что-то случилось. Так, легионер. Мы тебе поможем сейчас. Как звать? Пусть Малвор возложит на меня руки и будет говорить его устами. Через Джонса говорит. Уверен, что он на нашей стороне? Видимо, если у него говорит... говорит, опять это завалился. Мы пришли за перворожденными? Ну а и чё? Я Терций Лонгин, последний из семи претарианцев, которые поклялись защищать мир от гнева перворожденного. Вы хотите проникнуть в тайну Пиксис? Пиксис, блин. Да, расскажи, что тебе известно. Затерявшись в рядах стражи развращенного правителя Викуса Касуса, мы наблюдали за тем, как он превращал Эль-Халиф в буйство порока и разврата. Перворожденный убедил Викуса открыть разрыв, пока он был занят свежим мясом. Я и мои братья вошли в этот, в общем, в мир, чтобы провести ритуал и закрыть разрыв. Мы ищем этой же мудрости, разрыв снова открыт. Скажи, что нам делать? Знаете цену, которую придется заплатить? Ну, чушь какая-то, говорит, не будем что платить. Цикл будет продолжаться, пока перворожденный не получит то, в чем ему отказал Создатель, то, чем обладают люди. Свободу! Свобода лишь отсутствие цепей, и гораздо страшнее отсутствие любви. Да ладно? Я не понимаю, если мы нужна не свобода, то что, мы ничем не можем помочь? Тогда цикл будет повторяться снова и снова. Как нам разорвать круг? Сделай, говоришь, что-нибудь. Вам нужен Викус, только он сможет открыть разрыв, который ведет в сердце этого мира, блин. Разрывай связь. Он говорит, помирает. Следуйте за водой. Воду найдите. Такая показуха, просто пипец. Больше, говорит, херни такой не делай. Никакой воды, говорит, не вижу. Единственное место здесь можно найти воду, либо под землей, либо в бане. Пошли в баню, в общем. Пошли вы в баню!
Так, давай на Дельгадо. Отряд Омега. Из-за его огонька самонаводящегося. Так, сейчас начнется. Вон вода. Че вы мне тут пиздец? Ой, я не туда пошел. Воды, говорит, здесь нет. Вон только что, говорю, я была сзади. Надо было по логике как раз назад, возвращаться. У Дельгадо какая-то ацтекская магия, видимо. Кресты. О, что-то мне это как-то. Старая, простираюсь перед великим владыкой Парвати, украшенный узором сияющий как бриллиант. Кто тут у нас Роулингс? Парвати — это что-то индийское. Ни хрена себе, что с кожей сделали. Кожу сняли, что ли? Ноги понаобтрубали. Ой, пиздец. Ну вот тут-то не как бы. Че? Контрольная точка достигнута. О, Колизей. Последняя битва будет в Колизее, да? Take him out. Роллингс, это ты, да? Дельгадо. Ну давай. А, нет, Роллингс. А, ну да, это он. Ну ничего ты не сделаешь. Вот эти хмыри с щитами стоят. А, нет, попал. Удивительно даже. А ты смотри, щит держит урон. На. Рано выстрелил. Давай. Ну. Блять, в щит попал, сука. Так, кто там где атакует? А, летучки прилетели. Где вторая? Ага. Какую пулю куда-то усвистала. Кириком. По хребтине. Че этого попади нормально? Ай, сука, промазал. Последний момент тут скотину. О, ну, кто там еще? Блять, надо было под. Че ты развалились-то все опять? He's on me. Блять, кто промазал? Подрыв! Че, живые остались? Так, кто-то пищит. А, этот опять пищит. Охренеть, кожу сняли, ножки отрубили. Сиди, отдыхай, охренеть. Ай, застрелить. Ни хера не помогает. А, блядь, вообще похер. Блядь, попал. На. Толкаться забыл. Что можем толкаться? Так, опять залазим под подземелье. Чё это тубет-то? Так. Страдание от ТРЦ. Ой, темно как. А чё я без фонарика-то хожу все время, блядь, валерьян. Пахнет дерьмом и смертью.
Боюсь, смерть обычно как раз дерьмом и пахнет. Чё? Сможешь туда добраться? О, ни хрена себе. Куда вы собрались? А, я опять дверь буду открывать? Вот же ты ж сильный. Нет, ты, говорит, нихера не будешь открывать. Пошел в жопу. Ладно. Так, мы отсюда спустились. Чего вы от меня хотите? Туда, куда-то, видимо, все-таки надо. А! Sorry, Frank. I think that's your cue. Кто у нас Фрэнк? Чё? Прикольно. Что-то не то сделал. Это может я? Мне плевать на огонь, типа. It smells like shit and death in there. Yeah, let's go. What do you think, Frank? Can you make it through there? Ну давай попробуем. Oh my God, Frank! Так, это Фрэнк. Я не помню, блин, у кого там какие имена и фамилии. Если написано Роулингс, говорите Роулингс. Или там Дельгадо. А, подожди. Может, вот эта эта штука защиты от огня? Может быть. Может быть. О, кроме Дельгадо. О, и куда? А, во. Ни хрена себе. А я думал, он поджигает. Ой, блядь. Ой, сзади все закрыли. Пидоры. Все? Давай мы откроем вам дверку. Блять, да пошел ты на хер! Любят они по одному оставлять. Да. Вот так вот. Понял. Здесь мы не перелезем, здесь опять. Бля! А! Убил! Сука! Что вы от меня задрали-то? Ай! А-а-а! Блядь, бежим! Неправильно! Взрывайся там, сука. Открывай! Во. Блядь. Да блядь! Чё-то я затупил. О, я магию не захотел врубать. Клавишу нажал, он пистолет достал. Фу, жаровня, пошли. О! Заебись. Я не успел врубить, что ли, да? О, контрольная точка хоть есть. Идем. Ага. Так, поехали, пробуем. О, он отрубил у меня. Вы что хотите от меня, эй? Дегенераты.
переключает туда-сюда, это как его пистолетик и свои. Ай-яй-яй! Где там еще один? И дальше что? А вот теперь работает нормально. Блин, то работает, то не работает. Сука, какие вы неугомонные! Ой-ой-ой! Там, да, это, я прям слышал. Сука. Херня взрывоопасная. Эти бубоны-то все отстрелим. Следующий. Как они меня давят, а? Морально просто. Все. Музыка прикольная. Сука. Давай обратно. О. А! Такой. У меня почему-то огненная херня неожиданно кончается. Я не понимаю, когда она кончается, когда не кончается. Так, чё? Ой, перепрыгиваем. Блядь. Пошёл ты! Давай. Ой. Нахер. Чё ты орёшь, блин? Ситуация так нервная, он орёт. Блядь! Да блядь! Сука! Взрыв ушел еле чудом. Да стреляй! Давай подчиняйся. Еще один, блядь. Блин! Ты с этими переключениями! Бля!
жрать, блядь. Самая дурацкая комбинация, когда идет этот взрывотехник вон там. И чуваки, которые ближний бой хотят навязать. Показывай свой бубон. Так, еще один вылез. Ну ладно, хоть эти кончились. Все, тоже кончились. Охренеть, 800 патронов почти не стрелял. Фонарик врубай. Ужас, блин. Ужас просто. Кто тут? Он еще туда-сюда эти пистолетики переключает. Вон, вот это вот. Че вот это вот, блядь? Блядь, пипец. Трэш. Че, подожди, мне опять туда прыгать надо? Ну ладно, хуй с вами. Кто там? Прыгайте на меня. В одну харю тут ношусь. Где мои приятели-то? О, прикольно. Все. Конец игры. Да. Да ты чё? И какое интересно. Вон я рычаг вижу. Не, говорит. О-о-о. Это Калигула какой-то или тут местный или что? Вот такой мой пузырь. Блять, сука, иди ты нахер. А чё, блять, бегает еще, сука. Видали, да, ловушку какую сделали. Так. А, спрыгиваем. Дергаем рычажочек. Все, кончились мои мучения. Вон они, толпа стоит. И че, а дальше-то куда? Мы оттуда пришли. Мы что открыли нам? В открытую дверь пилить, что ли, да? Наверное, да. Пилим в открытую дверь. В открытую дверь. И там команда наша, кто-нибудь из нашей крутой команды что-нибудь там отожмет. Или откроет. Блять, они там драку затеяли. Так мы оттуда пришли, вы чё? Вот. Блядь. Крутая команда и не может в бубон попасть. Куда идти-то? Немцы с огнеметами крутые были. Я, правда, не врубился до конца. Ай! Сначала, что это немцы? Да бейте его! Это в миссии... Где там? В Первая там или Вторая мировая война. Разорался что-то, блин.
Непонятно, что происходит, в общем. Вставай. Еще один, да? Что-то странное происходит, они встают и встают. Чего какие бесконечные? Смотри. Все, у меня патроны кончились. Вот я про это говорю, переключение. Что делаем-то? О, чуть-чуть патрончиков дали. О, башка разлетелась. Чушь какая, вы что хотите-то? Идиот. Подождите, блин, я отсюда ушел. Рычаг больше не дергается. А, вот сюда надо. Они бесконечные. Блядь, идите за мной, а. Или конечные были, просто вовремя кончились, непонятно вообще. Суета какая-то. Бубонатор. Взрывайся, бубонатор. В общем, понятно, они меня выдавливают. А, все, музыка кончилась. Уф, офигеть, блин, упадок. Охренеть, упадок. А, декаденство. Декаденствующие дебилы. Угу. Нифига, я, конечно, время потратил на этих... Хотя можно было догадаться, они прут и прут. Enemy spotted, sir. Давай. That's right, Chiquita. Come out and play. That's a kill. Сука, я попасть не могу. Вернее, стреляю в бок, а там срабатывает щит почему-то. О, нихера себе. Вот мы в храме. Какой фэнгад? Давай мы на кого-нибудь другого переключимся. Ну, давай на Джонса хотя бы. Ну хоть дробовик есть. Гробовичок. Чё? В смысле? Кто? А, блядь, опять это херня летучая, сука. Нет, этой херней управлять нельзя.
попало. О! Поднимай. Да. На вам магию туда. Хорош орать, блин. Офигеть, сколько. Просто стоит с щитом и пофигу. Блять. Ты хорош. Нормально он кидает копьем. Метка так главное еще. Давай. Пофигу. Контрольная точка. Что мы бы делали? Дальше бы пошли без Симон. Так, что дальше? Что хотите? Ой, сюда идем. А, там снова ребенок какой. Джонс, блядь, они closer. Опять Джонсом тут херню какой-то заниматься надо. Джонс! Оба! Прыгнул к цели. Ну, блядь, человек к человеку, Джонс. Ну-ка попробуй. В смысле, блин? А! Охрена себе. Что за... Самый дебильный... Этот... Чего? Я иду вообще туда, нет? А вот туда давай. Не туда ушел. Да здесь жизнь, блин. Попрыгульчик. Так, туда не надо, вот сюда вот надо. Нахер только это прыгучество. А, о. О. Сука. А, не та открылась. То есть та открылась. Дробовик тоже так себе, скажем. Разве что, ну блин, ладно, вроде так получается. Че, все, да хер тебе, сейчас еще прибегут. Ой, у него пузико пополам разрезано. Фонарь врубай. Пол игры без фонаря пробегал. Так. И чего? О, ни хрена себе людей жрет. Так, что вы хотите от меня же, сказывайте.
Что ты там увидела? Ай. Да я хер его знаю, что вы от меня хотите. Ну-ка, врубай свою музыку. Какой парадокс? Что он делает? Парадокс. Парадокс. Пр-пр-пр-пр-пр. С освещением все плохо становится. Так, Блэк. Росс. Чё? А чё вы от меня хотите, суки? Блять. Дельгадо, без тебя вообще ничего не делается. Двери не могут открыть. То ходишь, рычаги дергаешь, что вон. Additional supply. Так, поехали. Начинается сразу. Да похер, сдох сразу. О, обжора. Фига, щит вообще все держит. Сейчас это сдохнет у нас. О, полетели. Сука, в щит. Да пофигу, почините его, даун. Кто пищит-то? Поднимайся! С такой мощной винтовки, практически антиматериал ган. Я не могу чувака забить. Ну не совсем этого я, конечно, хотел. Так, куда? А, во. Я бы не был бы столь уверен. Фонарик. О, ни хрена себе, куда приперлись. А, проходик. Растираясь перед пятиликим владыкой Парвати, украшенным узором, сияющий как бриллиант. Ты что ты там, блядь, затираешь? Ой. Храм боли. В соответствии с чем там он там создан. Блядь, еще один. Иди сюда. А ему пофиг. У него же знаменитый щит. Блядь. Непробиваемый. Ничем нахер. Деревянный щит. Обтянутый кожей. Непробиваемый ничем, блядь, завалили. Чонси, ебай мать, говорит. Чонси. А, технически гранатами нормально было. За спину сразу кидаешь им гранату. Ну-ка. А, пофигу, блин.
Лечу! Гранаты, правда, попасть еще надо. Ай, не ту. Не туда. Ну, видали, щит вообще удар держит. Вау! Так не убить, говорит, и все. На. Back online, sir. Back online. No more targets, sir. Mm-hmm. The architecture is impressive, but I didn't expect it to be this bloody. Говорит, архитектор, говорит, прикольный, только говорит, что-то все в крови нахер. Так. Я, говорит, стоять буду. О, блин. Перелет. Недолет. А нет, попало. А чё вот эта херня? Парадокс. Какой парадокс? Чего парадокс? Вау. Зарубили. Кипаса парадокс. Держу уже, блин. Клавишу нажал, она держу, а нужно тайминг правильный нажать, оказывается, видимо. Пипец. Показываю рожу. Затык у тебя, говорит. Щит непробиваемый. Я просто это специально сейчас всякую эту херню делал. Типа, ты меня пробьешь там вообще? О, еще один, блин. Это место, говорит, исходит враждебной энергии. Тут все враждебное, всю игру. Ч ты, блядь, стонешь? Ты же не поворачиваешься, скотина. Так, я крейзи уже от этого. Улетел. Уже очень тупо. Мамочки, пойдем мы отсюда, ребята там. Блять, нам не очень интересно сейчас будет. А он ближний бой, что ли? А тогда пофигу. Чё, кому Дельгадо помочь нужно? Ну чё там, разрез на спине надо или как? Ну, о, нихуя, блядь. Это же этот, как его, блядь. Ретиари или кто там, рыбак, в общем.
Че-то. Кто там своих стреляет? Я ему в коленку бью. Что-то непонятное происходит. Так, у него спереди броня, я понял. Так. Переселились в кол зачем-то. А, он издалека лечить может, понятно. Нет, ничего я не достану. Да, ему надо спину шмалять. Как только его заставить что-то это... Ну шмаляйте, вот у него спина, ребята, там сзади. Как раз вот. Ой, блядь! Ух ты, этих хуй! Получил. Ой, блядь, заусну. А, у него рана уже расширяется по чуть-чуть. Где там? Все? Нифига себе. Кабан. Фух. Так, куда идти-то? Видимо, туда. Ты откуда приперся-то? Блять, ребята, может вы меня на помощь-то придете? Keep it moving! О! Это очень странный способ атаки. Ай, блять, это же мы в бане пришли, точно же в баню послали. Ничего такая, не маленькая баня, смотрю. Он опять этот хмырь. С пузиком разрезанным. Где ты что там увидел, блин? Ой. Ч, блядь, какой чёрч, Блэк? Что вы от меня там хотите? Блядь, кто-то помер. Троих. Чё так дальше?
копьями метаются. А, вон таблички какие-то жмутся, видали, да? Нет, вперед. Вот давай. Давай вперед. Как вам ворота-то открыть, блин? Ого. Джонси, блядь, вставай, ну. I'm with you, Jones. We need to find a way to cut these guys off. Hey, motherfucker! Че, может, Джонсом что-нибудь сделать надо? Блядь. А, во. Сука. А как? Ну иди достань. Да плевать вы там восстанавливаетесь, а что сделать-то? Они все переумирали, прикинь. И никто не восстанавливает. Козлы. Попробовать их застрелить, что ли, или что? Это как-то здесь оказалось. Так, четко. Джонс. Джонс. Как его, кстати, завалили здесь, я не понял. Cut these guys off, no. А, нет. Как ты попал-то, ёпта? Он опять помирать собрался. Пошли вы, а. О, ни хрена он в позу встал, дебильный. Somebody get Cole! This is what you've been waiting for! Rollins is down! Do something!
Ну и как ходить? Блять. Ну, прыгну целью. Чё от меня хотите-то, блядь, папа? Вон я вижу три кнопки, главное. Как этими хмырями ходить? Ходить не получается. А я рут психопатическими голосами. А я понять не могу. Три кнопки нажать. She need help. Что-то прыжки. Блять, это херня какая-то. Блять, это какая-то чушь. Ты долбоебы все уже переумирали опять. Прикинь, с автоматическим оружием. Ни хрена у тебя поза. С автоматическим оружием. Со всякими магиями, приборами и прочими. Их завалили чуваки с копьями. Забавно. А. Блять. Что ты? Прыгну к цели. Блять. Ну. Так, рычаг-то я нашел, почему-то он это. Один. Rollins is down! They got coal! А почему не срабатывает? Help Rollins! She's hurt pretty bad. Не пей, все пыль умирали. Рычаг-то я нашел, почему-то не срабатывает. Почему-то не хочет срабатывать. А. Что, сработало? Что-то странное. Что с этими? Необходима помощь, Черч. А это ниндзя-то, которая... Чёрт. Билли, до другой стороны, путь слева. Ага, путь слева, я понял, давай. Сейчас это все рухнет, мне кажется. Ой, вперед. Ай, блядь! Тихо. Ой, блин. Офигеть. А, мне нужно этой теткой сюда встать, на это. I'm not detecting any curses or traps, sir. The floor mechanism appears safe. The marks on the floor say we should stand on these. Question is, do we trust them?
Чё? Ой, не то. А что? Ну, механизм, но... Ну вот я встал. Move up, Alpha. Coño, no lo puedo. Omega, move and clear. Roger that. Я же клавиши поменял. Это какой-то был трэш, я запарился. Ну, идемте ко мне теперь. Че? Move out. Don't worry, I got your back. Куда идем? О, ну, пожалуй, на сегодня все. Это какой-то трэш. Я устал разбираться с этими чуваками. С мостом. Ладно, на сегодня все. Пока-пока.